Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу начать делать сатуар. Вот есть у меня аметист. Есть вот такое стекло шикарное. И есть еще другие камни и стекло фиолетового цвета. Вот такое стекло красивое. И камушки разных-разных оттенков. Вот. Вот я хочу сделать такой сатуар. И вот такая подвеска. Такой слоник. Ну что? Ну, всякая фурнитура. В общем, будем подбирать разные камни разных оттенков. Фиолетовые. Посмотрим, что из этого получится. Так, ну что ж, мои дорогие. Вот уже что я собрала. Вот видите, какая красота. Так, теперь сейчас я вам покажу. Сейчас я возьму бусинку. Бусинку взять. Вот смотрите, берем пин. Ногти у меня такие. От того, что я полю траву на участке. Вставляем пин, чтобы правильно бусинка не заворачивалась, чтобы она как надо была. Нужно, чтобы вот это было, видите, вот так параллельно, да? Ну, допустим, да, параллельно. А вот эту сторону мы загибаем наоборот. Вот смотрите. Чтобы петелька была вот так вот, перпендикулярно. Видно вам, да? Вот. И так каждую бусинку. Лишнее откусываем. Берем круглогубцы. Зажимаем и поворачиваем. И вот у нас колечко. Так, теперь мы берем вот это, вот в это колечко, вставляем. И зажимаем. Вот у нас собрано. Так, теперь что? Вот эти колечки. Вот у меня цепь есть. Она мягкая. Ну так, конечно, усилия надо прикладывать. Вот, я еще на эту, на это звено от цепочки одеваю еще два колечка маленьких. Но эти колечки лучше, чтобы они были вот такой формы. Не круглые, а овальные. Вот я одеваю два колечка. И зажимаю. Почему руками зажимаю? Все-таки от инструмента остаются следы. Какие-то колечки зажимаются, какие-то нет. А еще что хочу сказать. Все кольца не... Как вам? Вот как их объяснить? Не вот так раздвигаются, а в стороны. И также соединяются. Если вы будете кольца вот так раздвигать, то потом... Ничего у вас хорошего и красивого не получится, мои хорошие. Вот. Ну и теперь вот
Тут колечко разжала. Вот это. Ой. Вставила. Для чего вот я делаю большие кольца, еще маленькие по сторонам? Чтобы это все лежало лучше, не закручивалось, понимаете? Вот, сейчас. Сейчас отрежу еще вот такие бусинки. Так. Вот опять вставляем пин. Это вот так должно быть, а это наоборот. Не забывайте, иначе у вас потом все это будет колом стоять. Вот так. И ко второму колечку вот тут вот. Ой. Вот видите, что получается. Вот. Можно шапочки одевать на бусины. Разные. И вот такие, вот такие. У меня есть тут шапочки. Вот, например, на такую форму бусин. Но не перегружайте. Здесь и так много фурнитуры под золото. Если еще на все эти бусины одевать шапочки, ну, это будет, ну, цыганщина, понимаете? Во всем должна быть гармония. Вот. Ну, а я потихонечку буду продолжать. Уже не так много мне осталось. Я доделаю и вам покажу. Ну что же, сатуар готов. Вот такой. Сейчас нет солнца, поэтому не видно, как бусины играют. Но поверьте мне, все это будет на свету переливаться. Длиной он 1,35 м. Длинное, да, украшение. Яркое. Стильное, модное. Достойное украшение. Спасибо всем огромное за внимание. Спасибо. Мне очень приятно, что вы досмотрели до конца.